Лето на Урале непредсказуемое. Июнь начался с ненастной погоды. Выходные, по прогнозу, обещали дожди. Однако это не повод сидеть дома. В поход, конечно, не отправиться, но вблизи Екатеринбурга можно найти много интересных мест. В этот раз мы отправимся на оленью ферму под названием Бархатные рога. Говорят, что там олени живут. Почти в дикой среде. Можно прям зайти в их дом, так сказать, и прям пообщаться с ними. Фермерское хозяйство расположено в живописном районе на территории парка Бажовские места в Сысерском городском округе в 100 км от Екатеринбурга. Просто у него большие зубы такие, он злобывает. Хозяйство составляет почти 1000 гектар земель, на территории которых располагаются базы отдыха, и непосредственно живут и разводятся 750 голов пятнистых оленей. Большинство из них не заходят в вольеры и живут практически в дикой среде, но есть и прирученные особи, с которыми можно пообщаться и покормить. Корм можно привезти с собой или приобрести на месте. Селфи будем делать.
все-таки отличается от зоопарка. Здесь животным предоставлена большая свобода, а тактильный контакт с ними вызывает огромное удовольствие и самые положительные эмоции. Особенно здесь понравится, конечно, детям. А вообще, рекомендуем совместить поездку на оленью ферму с отдыхом на озере Иткуль, расположенном буквально в 7 километрах от заповедника. Иткуль – одно из красивейших озер Среднего Урала. С севера на юг озеро вытянуто на 7 километров, с запада на восток – до 5 километров. И располагается на высоте 274 метра над уровнем моря. Вода чистая и прозрачная. Иткуль окружен невысокими, но живописными горками. Самая высокая вершина – гора Карабайка, 544 метра. Главная достопримечательность водоема – причудливая скала Шайтан-камень, поднимающаяся из воды 20 метров от берега. Озеро является гидрологическим памятником природы Челябинской области. Также охранный статус имеет скала Шайтан-камень. По берегам озера раскинулись две башкирские деревни – Даутово и Иткуль. А между ними располагается самое лучшее место для отдыха – так называемый берег Крыма. Здесь большая и красивая поляна и отличный спуск в воде. Рекомендую место. И в летнюю жаркую погоду такая поездка обязательно скрасит ваши выходные. Отличных вам путешествий!